Мои хорошие, я хотела показать свой костюм. Я только что пришла с города, ходили сдавать мои отпечатки пальцев, сдали наконец-то везде, куда, где надо было. Так, этот костюм я брала несколько месяцев назад, ну, месяца два, наверное, прошло. Длина брюк на мой рост отлично, я даже подвернула там 2-3 сантиметра еще. Как лосинки брюки. Сейчас я стану, вот что было видно. Вот. На большие параметры, чем мои, будут они в обтяг. Хотя ткань тянется. Ну, если вам нравится обтяг, пожалуйста, можете носить. Белые лампасы. Здесь тоже. Классический пиджачок, карманы рабочие, одна пуговка. Кстати, длина рукава, сейчас покажу, хорошая. Вот. Мой рост 174 сантиметра. Сейчас у меня вес 66-67. Попа, наверное, у меня 100-102 сейчас. Талия очень завышенная, ну прям очень-очень, вот. Прям супер. Если у вас есть пузо, она, ну, штанишки очень выгодно это все скроет, видите? У меня как такого пузо такой сильно прям не осталось, но все равно я люблю завышенную талию. Ткань синтетика, естественно. Для такого костюма, естественно, это синтетика. Но вот в такую погоду, которая была у нас сегодня был дождь, пасмурно, вот самый прям супер-супер. Я одевала его с вот этими вот своими тапочками. Очень даже хорошо смотрелось. Ссылочку оставлю, если не забуду. Там у продавца еще в красном цвете я видела костюм. В белом, по-моему, тоже был. Ну, по-моему, самый такой универсальный цвет это черный. Вот, еще раз покажу. А здесь как бы на резиночке, что ли он. Да, он на резиночке. Талии здесь места дофига. На мне размер L. Элька. Ну все, закрываемся. А, подождите, что тут мои малышарики делают? Посмотрите на него, он уже встал. Вот его уже опасно оставлять. Он встает уже сам. Уже все, уже кранты. Это ползает вовсю. Здесь папины документы. Ему это очень нужно. Сынуля, тебе сильно нужно, да, эта папка? Очень? Очень нужна, да, солнышко? Мамина девочка ползает. Передашь приветик? Вот у нас два синячка. Ничего, перерастем это тоже. Не жуй это одеяло. Зихрушка? Зихрулька? Зихрулька мамина. Пуська. О, бойская мамина. Мы ждем тетю. Сейчас должна прийти тетя. Принести порцию наших домашних яичек. Да? Куриные яйца наши должна принести. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусное одеяло даже. Да? Пупсеныш? Пупсеныш? Пупсеныши мамины. Да? Папа одевал сегодня дочу. Вот. Не застегнул здесь кнопочку. Вот так вот папочки одевают. Да, мамина? Солнышки мои. Это мамина жизнь. Это мой воздух. Вот это то, чем я сейчас живу. Я вообще не представляю. Я не помню, как я жила до них. Я вообще не помню, как я жила до них. Да. Все, закрываемся. О, турманки с теми. Тетя пришла к ним. Evet, iki ay bekliyoruz bu sıcağı. Nerede sıcağı? Sizin de şansınız var. Şöyle bacaklar falan, şortlar falan bir giyseydi. Bir löp löp çıkarttım şimdi. Şirite bak, şirite. Şirite bak. Halasının kuzuları. Halasının kuzuları. Aşkım. Bir tane. Hadi tutun bakalım. Görüşürüz.
Da ayakta durmak istiyor artık. Ama ikimiz de biz nasıl baş edeceğiz? İkimiz de biz nasıl baş edeceğiz? Emekleniyor biliyor musun? Vallahi. Evet. Hadi inşallah. Evet. Hadi kızım mı? Hadi bir de ayakta. Video çektim göstereceğim sana. Hadi bakalım yaza hazır mıyız yaramazlıkları? Ya Zalovke рассказываю, что она уже начала. Ben что она начала уже ползать. Два дня они ее не... Она не видела два дня Зехрашку. Ай. Ай, сынуля. Папа сегодня у нас готовит. Папа и доча вон. Сегодня варила грушу и яблоко. И вышла прямой эфир в Инстаграм. Все сгорело. Что заново сварить? Сварила яблоко и морковь. Сейчас буду делать пюре. Асланчик у меня на руках здесь. Аслан. Как же без него? Он хочет сюда к папе. Ай, а я боюсь его здесь оставить ползать, потому что здесь кафель на полу. И так шишки на голове. Пока мама мыла посуду, посмотрите, да? Посмотрите. Не, этот не ободрал, вот один сдохший ободрал. Не вытащу, вот как залез туда, так и вылезай. Зехрашка, с тобой что случилось? С тобой что случилось, мамина? А, ты повернуться не можешь, тут ты грузками залез. И смотри, какая хорошая штука. Опа, смотри, какая штука. Посмотри на него, уже начал портить имущество. Ага, носки мешают. И чё? Хорошо было там, да? Я всё сняла на камеру. У меня доказательства есть. Да. Привет-привет, мои хорошие. Сегодня на обед у моих деток супчик. Супчик здесь фарш, картофель, морковь, немного репчатого лука, половина небольшого помидорчика и укропчик. Все. Он уже сварился у меня. Оставлю его под крышкой минут 10-15, чтобы он настоялся, потом проблендерю. Но блендерить буду не до полного прям измельчения всех продуктов, а чтобы, знаете, хоть чуть-чуть они чувствовались. Я уже прям полностью пюре, такое прям пюре не делаю детям, чтобы они жевали. Вот так вот. Все. Детишки, как всегда, играют. У меня сегодня очень сильно болит голова, давление повышенное. Само по себе у меня нормальное давление, это пониженное, а сегодня повысилось. Что такое? Что такое, мамин? Что случилось? У мамы? Мам? И чё? Ты сегодня спать не собираешься? Вообще нет, да? Никак. А? Вообще не собираешься, да, спать? М? Будем до утра с тобой сидеть, да? Не хватает, ты все перевернул, видите, да, все, это все он перевернул, вот. Встает спокойно.
Я когда его укладываю спать, усыплю, вот поднимаю потом спинки обязательно, потому что он уже спокойно может отсюда вылезти. Видите? Он уже у меня совсем взрослый. Да. Игрушку отсюда убрала. С висячими игрушками была же здесь у меня. Потому что он за нее цеплялся и висел на ней. Уже было опасно. Шкодный мальчик. Да? Ты шкодный мальчик, да? Вообще никак, да, спать? Ты же спать хотел. Ныл. И что случилось? Что изменилось? А? Что изменилось, что ты не спишь? М? Что такое? Что изменилось? Это мамина любовь. Это мамина любовь. Это мамина любовь. Мама все ему прощает. Да, маленький? Мама до утра с тобой готова сидеть, солнышко. Да, главное, чтобы ты улыбался. Пупсик мамин. Чего, долго ты будешь и так стоять? М? Давай спать. Спать будем спать? Давай, мама. Давай, мама, свет тоже выключаю. Выключаю, смотри. Так. Вот это у нас ночной режим. Вот, все, выключили. Все, давай спать. Вот. Обычно он у меня спит с этим светильником или один из вот этих я оставляю включенный, чтобы вообще темноты не было. Давай, ложись.